Ну что, друзья, всем привет, и сегодня я вам расскажу о такой машине, как Toyota Altezza. Сразу скажу, эта машина есть у блогера, которого я смотрю, а именно это Саня Булкин. Сегодня в выпуске вы увидите его на одной из фото. Итак, собственно, примерно, по-моему, это было год назад, рассказываю историю. Примерно год назад, на его день рождения, 9 января, друзья подарили ему Toyota Altezza. Он эту машину знает, он на ней катался до того, как ему ее подарили. Она была в какой-то раллийной, ну не раллийной, ладно, просто в какой-то прикольной окраске, но к моменту вручения этой машины Сане, она уже была вот в таком белом цвете. Так, собственно говоря, Саня находился в афиге, потому что когда он тестировал эту машину, она ему безумно понравилась, и он хотел бы такую. Но, видимо, обстоятельства были такие, что владелец не хотел ее продавать, но каким-то чудом друзья Сани, собственно, уговорили его и подарили ему эту тачку. Собственно, Саня понял, ну, естественно, машинка-то заднего привода, понятное дело, она пойдет под дрифт. Значит, Саня поехал ее замерять. Вот, ну, по-моему, там все подтвердилось, если я не ошибаюсь. Ну, потом Саня, по-моему, вот я не помню, мотор был здесь сразу 1GZ или Саня его впихнул, вроде сразу был. Ну, в общем, это была и есть, и будет лютая машина, у которой действительно много мощности, которая готова ехать боком, которая предназначена для этого, и ее назначение, ну, конечно, возможно и на каждый день, но сколько людей, я не знаю, все ее в основном используют на, собственно, под дрифт. Итак, Саня катается на этой тачке, все хорошо, и в этом году, ой, получается уже в прошлом, Саня решается пустить одновременно в дрифте его BMW E36 и, собственно, Toyota Altezza. Значит, Саня находился, собственно, за рулем бэхи своей E36, а за рулем Altezza был Серега Стилов. Вот, собственно, Серега тоже офигел от этой машины, потому что она, как он опять же говорит, она действительно валит, она создана и для этого, то есть угла она вывозит хорошего довольно-таки. Вы можете все это посмотреть в видосе на Булкин Драйв. И, собственно говоря, они подрифтили, так всем понравилось, и контент получился достаточно прикольным. Ну и, собственно говоря, эта машина действительно созданная для дрифта. Вот тут на фотографиях проглядывается, что там стоят ковши, оба ковша, и для водителя, и для пассажира, каркас, там гидропалка стоит, такая прикольная торпеда с прикольными тахометрами и еще различными такими штучками. И, собственно, машина-то готовая валить боком на самом деле. Вот еще одно фото с видоса, где Булкин и Стилов парно дрифтили. И, собственно говоря, у тачки есть все для того, чтобы дрифтить. Задний привод. Ладно, хорошо. Мощность ее более чем достаточно. И выворот. Выворот тоже есть. По этой фотографии, по-моему, даже у матрешки побольше. Ну, не знаю, на самом деле, у какой тачки больше выворот. Но явно, по-моему, сильнее Altezza, нежели матрешка, потому что у Altezza все-таки 1GZ стоит, и Yamaha плюс задний привод. И как бы эта машина действительно хорошая, прикольная, готовая ехать и созданная для этого. Вот. Ну и, в принципе, машину можно использовать не только для дрифта, но и на каждый день. Ну что, друзья, сегодня я попытался вам рассказать про такой автомобиль, в частности, Сани Булкина, как Toyota Altezza. Всем спасибо за просмотр, всем пока.